говорят, человек узнает себя только тогда, когда его лишают свободы. Интересно, насколько хорошо знаешь себя ты? Заключенный, встаньте на платформу. Посвященную 4-й годовщине окончания так называемой войны зергов. На конференции побывала Кейт Локвелл. Император, угроза нового вторжения зергов все еще очень велика. Но вместо укрепления армии вы тратите триллионы на выслеживание бывших повстанцев, таких как Джим Рейнер. Джим Рейнер представляет прямую угрозу Доминиону. Этот беспринципный мятежник сеет ужас и панику по всему сектору. Его банда подонков спровоцировала восстание в 6 колониях и похитила огромное количество оружия и техники.
будет привлечен к ответственности. И очень скоро. Сначала поймай меня, сукин ты сын. Адъютант, войска готовы к бою? Войска готовы и ждут приказов, командир. Загружаю тактические данные. Отлично. Застоялась наша революция. Пора взяться за дело. Станция Дальняя. Важнейший транспортный узел Доминиона на Марсаре. Подрыв власти Менгска в этом поселении остановит экономическую деятельность Доминиона на всей планете. Адъютант, что там у нас? Доминион использует станцию Дальняя в качестве основного транспортного узла на Марсаре. Через нее проходят все грузы. Недавно основная часть войск Доминиона покинула станцию, ослабив оборону Дальней. Как реагируют местные? Местное население поддерживает антиправительственные настроения, но ему не хватает оружия и организации. Если мы отобьем станцию у Менгска, он еще долго не сможет вернуть себе власть над Марсарой. Готовь корабль. Ну что, парни, давайте покажем местным, что не нужно бояться Доминиона. Командир, обучающие видеоролики готовы к просмотру. Сосредоточиться. Держите ухо востро и не подставляйте спины. Вперед!
Что дальше? Я не подведу. Рейдеры вперед. Можно попробовать. За мной. Я не подведу. Можно попробовать. За мной. Не ходите по этой дороге. Вперед. Можно попробовать. За мной. Рейдеры вперед. Я не подведу. Можно попробовать. Рейнер. Рейдеры вперед. За мной. Я не подведу. Рейдеры вперед. Присмотритесь к своим соседям. Не позволяйте инакомыслию расколоть наши ряды. Командир, уничтожение голографических стендов поможет разжечь бунтарские настроения. Я не подведу. Меня от Менгска уже тошнит. Расстреляйте стенд. Вот. За мной. Я не подведу. Рейдеры вперед. За мной. А где все? Попробовать. Рейдеры вперед. За мной. Я не подведу. Можно попробовать. Моя семья. Мои соседи. За мной. Не нравится мне все это. Можно попробовать. Командир, в центре города собирается крупный отряд Доминиона. Значит, пора отправить им наш подарочек. Пожелайте подмогу! Рады тебя видеть, Рейнер! Ждем приказаний! Работайте на совесть. Гордитесь своим трудом. Каждый должен внести вклад в дело Доминиона. Можно попробовать. Я не подведу. Это же Рейнер! Ради безопасности. За мной. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Работайте на совесть. Гордитесь своим трудом. За мной. Я не подведу. Можно попробовать. За мной. Мы защитим вашу свободу. Рейдеры вперед. Дерьмово. Можно попробовать. Я не подведу. За мной. Я не подведу. Рейдеры вперед. За мной. Наконец-то. Вижу гражданских. После прибытия на место раскопок вас накормят. Моего брата отправили в шахту на прошлой неделе. С тех пор о нем ничего не было слышно. Стой! Куда? Они стреляют по мирным жителям. Вперед! Я не подведу. Можно попробовать. Рейдеры вперед! Я не подведу. Рейдеры вперед! Можно попробовать. Рейдеры вперед. Менгску придется заплатить за многое. Спасибо, Рейнер. Мы знали, что ты не бросишь нас в беде. Ближе к аванпосту доминионцы удерживают еще несколько колонистов. Сейчас разберемся. За мной. Можно попробовать. За мной. Шериф Рейнер, давненько вас не было видно. Мы с вами, рейдеры!
За мной. Я не подведу. Рейдеры вперед! За мной. Я не подведу. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Я не подведу. Это закрытая территория. Вы арестованы. Мы тебя прикроем, Рейнер. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Я не думала, что мы способны пойти против них. Но оказалось, что способны. Теперь у вас для этого есть и оружие, и ресурсы. Не дайте Менгску снова поставить вас на колени. Тайкус Финдли. При костюмчике. Спасает от сюрпризов. Я слышал, тебя заморозили. Пожизненно. Что, дали отпуск за хорошее поведение? Да, дружище. Теперь я образцовый гражданин. Так чем я обязан чести? Хочу предложить тебе кое-что по дружбе. Знаешь, зачем доминионцы сюда прилетели? Нет, но ты же мне расскажешь. Они выкапывают артефакты пришельцев, приятель. Твой друг Менгск на этом помешался. Но у меня есть кое-кто, готовый выложить круглую сумму за каждый артефакт, что мы позаимствуем у Доминиона. От таких предложений не отказываются. Да, Тайкус? Тогда по рукам 60 к 40. 70 к 30. В мою пользу. Прямо как в старые добрые времена. Именно. Может, это не мое дело,
Но как ты оказался на свободе? Ну, я выломал дверь холодильника, когда меня этапировали в Новый Фолсом. Черт, да я удавил не меньше дюжины охранников голыми руками. Да-да, где-то я это уже слышал. Расскажи еще, как ходил по воде и совратил дочку начальника тюрьмы. Не хами, сынок. Слышал я, как ты выбился в записные освободители, пока я отдыхал в застенках. Что такое, Джимми? Война за правду и справедливость оказалась не по зубам? Рано меня списывать со счетов, Тайкус. Обещаю, так или иначе власти Менгска придет конец. Сара, иногда мне кажется, что лучше бы тебя тогда убили. В эфире прямая трансляция из студии UNN на Кархале. И с вами я, Донни Вермиллион. Наш корреспондент на Марсаре, Кейт Локвелл, готова сообщить нам шокирующие новости. Кейт? Спасибо, Донни. Известный бунтовщик Джим Рейнер возобновил подрывную деятельность против Доминиона. И надо сказать, что возвращение получилось эффектным. Рейнер и его рейдеры напали на склад Доминиона возле станции Дальняя, захватили деньги и оружие и раздали их местному населению. Кейт, я уверен, что местные жители не приветствуют появление в своих краях столь отчаянного и кровожадного преступника. По правде говоря, Донни, люди, с которыми мне довелось поговорить, очень рады. Спасибо, Кейт. Итак, Джим Рейнер терроризирует мирных жителей Марсары. К другой теме. Используют ли ваши дети стимуляторы? Болтай, болтай, приятель. Это только начало. Эту я раньше не видел. Твоя работа, Джимми? Местные готовы поднять восстание против Менгска. Их просто нужно немного раскачать. Ты слишком серьезно относишься к своей революции. У всех свои увлечения, Тайкус. Что это за пойло? После вашей операции на Марсаре поднялась волна мятежей против режима Арктура Менгска. Тем временем бывший заключенный Тайкус Финдли выяснил, что на Марсаре найден инопланетный артефакт, и Доминион ведет работы по его извлечению из-под земли. Захват артефакта нанесет Доминиону очередной удар, а его продажа таинственным знакомым Финдли может принести значительный доход. С виду обычный старый аванпост. Что в нем особенного? Не торопись с выводами. Доминионцы уже несколько месяцев ведут тут раскопки. Видишь кран? Они раскопали инопланетный артефакт и готовятся поднять его. Чтоб мне провалиться. То-то же. Стоит иногда доверять людям, Джимми. Ну ладно, пора задать жару Доминиону. Разнесем их базу и вытащим эту крошку оттуда. Выкладывай! Давай, удиви меня! Командир, программа обучения обновлена.
Для атаки аванпоста нам потребуется гораздо больше морпехов, чем у нас есть сейчас. Нужно обучить новых бойцов в казармах. И еще нужно обучить побольше КСМов в командном центре и отправить их добывать минералы. Ресурсы нам пригодятся. КСМ готов! Твой счет. Требуются дополнительные хранилища. Вооружен и опасен. Я уже заждался. Готов!
готов. Кто на новенького? СМ готов. За твой счет. Давай, удиви меня. Командир, доминионы атакуют базу повстанцев на юго-западе. Вот и славно. Значит, к нам они пока не сунутся. Дайкус, этим людям нужна наша помощь. Нельзя их бросать. Режим готов. Кому навешать? Пристройка завершена. СМ готов. Пристройка завершена. Выходим и приступаем к делу. Необходимо зачистить территорию. Кто на новенького? Давай, удиви меня! Недостаточно Виспена. Доктора вызывали? Вызывали?
доктора вызывали? Доктора вызывали? Доктора вызывали? Вооружен и опасен! Доктора вызывали? Кому навешать? Задавим их интеллект. Приказы будут? Как самочувствие? Где болит? Где тут раненые? Я готова. Вызывали? Я уже заждался. Давай, удиви меня! Окей, вооружен и опасен! Так точно! Бегом, марш! Еще бы! Брось с дороги! Жду не дождусь! Все понятно. Приказ получен. Будет здесь, задавим их интеллектом. Кому навешать? Выполняю. Понятно. Окей! Так точно! Я уже заждался! Так точно, сэр! Давай, удиви меня! Точняк! Вас понял! Вовремя вы появились! Мы в долгу не останемся. Если понадобится помощь, только скажите. Добро пожаловать в команду, парни. Это ребята Рейнора. Приказ получен. Рейнор молодчина. Как там? Что за спец? К черту, Доминион. Еще бы. Бегом, марш! Кому навешать? Отлично! Приказы будут? Вон они! Окей! Прочь с дороги! Внимание! Приближаются вражеские гелионы. Все понятно. Я уже заждался. Давай, удиви меня. Будет сделано. Жду не дождусь. Быстро ты вскрыл этот бункер, Джимми. С твоими бойцами и моей деловой хваткой мы многого добьемся. Вооружен и опасен. Кому навешать? Приказы будут? Я уже заждался. Круто! Вооружен и опасен. Создали мы интеллектом. Конечно! Давай, удиви меня! Так точно, сэр! Кому навешать? Приказы
Система управления экраном. Расшифровка кодов защиты. Управление экраном получено. Чудо! Осталось поднять эту крошку, и можно убираться отсюда. Каково это – воевать с зергами? Все заварушки, в которые мы с тобой раньше попадали, и после которых еле успевали уносить свои задницы – ничто по сравнению с зергами, Тайкус. Когда оказываешься лицом к лицу с тысячей этих сукиных детей, только тогда ты впервые узнаешь, что такое настоящий страх. Должен сказать, Джимми, ты стал настоящим бойцом. На месте Менгска я бы тоже хвост поджал. Ты серьезно, Тайкус? Да что ты. Нет, конечно. Это что? Я думал, протосы выжгли всех зергов на планете еще несколько лет назад. 4 года прошло, а в пустошах до сих пор находят их логово. Знаешь, а за такой трофейчик нам отвалят солидные бабки на черном рынке. Пошли на охоту. Иди, если хочешь. А я с ними уже навоевался. На 2 жизни хватит. Что это за пойло? И как чиновники не побоялись взять в полицию такого отпетого преступника, как ты? На это и был расчет. Из-за моей репутации преступники вели себя тише воды, ниже травы. За все время, пока я носил значок, мне ни разу не пришлось ни в кого стрелять. Доска смертная, а не работа. Спасибо за интерес к нашей передаче. Кейт Локвелл продолжит рассказ о кровавом бунте Джима Рейнера. Спасибо, Донни. Аппетиты Рейнера явно растут. Вместе со своей бандой он напал на археологическую базу Доминиона и, судя по всему, похитил опасный инопланетный артефакт. Как раз сегодня император Менгск высказал свою точку зрения по этому вопросу. Трудно представить себе, какой хаос могут обрушить на наши миры безобидные, на первый взгляд, артефакты. Любой, кого уличат в хранении подобных предметов, будет наказан по всей строгости закона. Не расстраивайся, партнер. За твою голову по-любому назначена награда. Спасибо, Тайк. Ужасно, Кейт. Насколько я понимаю, террористическая операция Рейнера стоила жизни многим мирным людям. Приходится признать, Донни, что скорее излишнее рвение солдат Доминиона повлекло за собой немногочисленные жертвы. Спасибо, Кейт. Итак, мы наблюдаем за развитием кровавой драмы. Джим Рейнер убивает женщин и детей на Марсаре. Так кто твой таинственный покупатель, Тайкус? Кому мы отдаем артефакт? Да какие-то яйцеголовые. Их контора называется Фонд Мёбиуса. Фонд Мёбиуса? Это же вполне законная исследовательская группа.
Какие у них могут быть с тобой дела? С тех пор, как твой кореш Менгск запретил торговлю безделушками пришельцев, бедные ученые изворачиваются как могут. Ну а я известный покровитель наук, Джимми. Ты же знаешь. Теперь, когда артефакт захвачен, вам нужно закрепиться на станции Дальняя и дождаться корабля, который вывезет вас с планеты. Он уже в пути. Будьте осторожны. Войска Доминиона могут отследить местонахождение артефакта по его излучению.